Альфонс, который убил немолодую любовницу, уедет в колонию строгого режима. Приговор огласили в Кировском районном суде. 35-летний Егор Спиров получил только 8 лет, хотя грозило до 15. В конце февраля в квартире на проспекте Ветеранов он зарезал 50-летнюю сожительницу Ладу сразу после юбилейного застолья. Взял нож, как только гости разошлись. Задержали Спирова в Сясьстрое, где он скрывался у знакомого. Оказалось, несколько раз был судим за угрозу убийством. Знакомые женщины рассказали, что одной из потерпевших однажды была Лада, за счет которой он и существовал. Но в суде женщина любимого простила, а через 3 месяца погибла от множественных ножевых ран. После задержания убийца пытался изобразить невменяемость. Это кадры допроса. Спиров рассказал, как увидел некое существо. У меня случилось после всего выпитого белая горячка. Что мне показалось, на меня идет не Лада Викторовна, а нечто иное. После чего мне стало страшно, я схватил нож со стола и ударил ей в грудь. Она упала на диван, я еще нанес 4 удара в грудь и 1 в бок.